склад. Все припасы под замком. Давай еще раз все осмотрим и пойдем. Скоро комендантский час. А как же Роберт? Кем он сегодня останется? Этот стих боится быть один. Откуда я знаю? Надо бы с ребятами по... Ты это видел? Ты ныкаешься, кусок дерьма. Где же ты есть? На, перевяжи рану. Спасибо. Нужно было взять больше людей. Лишняя морока. Да, ты прав. Пошли, пристань вот там. Разберемся с ним. Thank you.
Вон он ходит. Живой пока, ублюдок. Ну все, пошли. Грузы уже давно не приходят. Сначала мы потеряли агентов на севере, потом на юге. Теперь вообще непонятно, с кем торговать. Жрать захочешь, наймешь себе охранником, куда деваться. Чёрта продал. Надеюсь, он хоть держит слово. Давайте по-тихому. Их тут полно. Ты спятил. Идти за стену самоубийства. Я лучше здесь останусь. Ладно. Тихо-тихо. Может, по-хорошему. Thank you.
пытается вести дела с половиной города. Похоже, Роберт спрятался в этом офисе. Пошли. Поговорить. Идите нахер с такими разговорами. Убери пушку. Нахер пошли. Удирает. Роберт. Джоэл, сюда. Туда ломанулся. Джоэл, мы ведь без обид. Ну что ты? Хорошо. Мать твою! Мы скучали. Слушай, что бы там про меня ни наговорили, фигня. Я все объясню. Пушки. Скажи нам, где пушки? Да. Да, да. Тут есть проблема. Стойте, послушайте меня. Я просто... А, черт. Черт. Стой, стой, стой! Хорош орать. Говори. Я продал их. Не поняла. Мне нужны были деньги, долг платить. А как же мы? Нам ты разве не должен? Дайте мне время. Хоть неделю. Знаешь, я бы подумала, не попытайся ты меня убить. Да ладно, у кого пушки? Не могу. Дайте пару дней. Где наши пушки? Они у цикад. Я продал их цикадам. Что? Эй, их почти не осталось. Мы можем просто пойти и добить их. И пушки наши. Что скажете? Ну что, перебьем этих лохов? Нам расплюнуть. Это плохая идея. Ну, что дальше? Пойдем выручать товар. Как? Не знаю. Мы объясним им. Осталось только на них выйти. Это будет несложно. Ну вот, сама королева. Зачем вы здесь? По делу. Паршиво выглядишь. Где Роберт? Он был нужен живым. Пушки, что он продал, они были не его. Отдай их. Так не делается. Да что ты. Я заплатила. Хочешь забрать? Поработай. И сколько талонов ты хочешь? Не нужны мне талоны. Нужны мастера контрабанды. Поможете? Верну ваши пушки, даже больше. Они у тебя? Слыхал, военные вас сильно потрепали.
Да, ты прав. Я покажу товар. Мне пора. Решайте. Нам нужны эти пушки. За мной. Нужно уходить. Быстро. Хочешь сделку? Пошли. Сюда. Я знаю, где можно обойти. Пошли. Твои люди. Что от них осталось? Думаете, почему я пришла к вам? Сюда. Почему сейчас? Мы сидели тихо, собирались уйти из города, но им нужен козел отпущения. Они хотели нас провоцировать. У них получилось. Мы пытаемся защищаться. Стойте, солдаты. Вон выход, дверь под мостом. Уж очень их много. Прокрадемся тихо. Хотя знаю, вы любите стрелять. Там видно будет. Все, пошли. Нужно добраться до двери. Этот мой. Кругом обойдите. Хорошо, не шумите. Right.
Уже недалеко. Куда мы идем, Арлин? За мной. Уже близко. Ты как? Силы на исходе, но я справлюсь. Уже близко. Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Что выносим-то? Внимание! Начался комендантский час. Те, кто находится на улице без разрешения, будут арестованы и предстанут перед судом. Джоэл, помоги мне. Ну-ну-ну-ну. Давай-ка, вставай. Отвали от нее! Эй! Отпусти. Что, уже и детей вербуете? Она не из наших. Черт! Что случилось? Не волнуйся, заживет. Нашла помощь. Но сама не пойду. Я тоже остаюсь. Элли, другого шанса не будет. Стоп. Так речь о ней? Группа наших будет ждать возле Капитолия. Да уж, не ближний свет. Вы справитесь. Отведете, вернетесь, оружие ваше. Вдвое больше той партии. Кстати говоря, где оно? У нас в лагере. Покажешь, тогда и договоримся. Пойдешь со мной. Проверишь оружие. Меня подштопают. Но ей в ту часть города нельзя. Джоэл за ней присмотрит. Подожди, я на что? Это не подпишу. Ты что? Я Элли. С ней пойду! Ты их знаешь? Я знала его брата Томми. Он сказал, что на Джоэла можно положиться. Уже после того, как бросил с вами партизанить? Он и тебя бросил. Он был мне другом. Отведи ее к северному тоннелю и жди меня там. Всю жизнь мечтал. Это просто груз. Марлин... Хватит спорить. Не бойся. Иди с ним. Только недолго. А ты за мной. Пошли. Пошли.